Скраб-бэдди. Есть! Ты повелся опять на эту штуку. Опять. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Крошка, Окрошка. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет! Привет! Давно у нас не было рубрики «Угадай аниматроника по звуку», потому что не было новых пилпаков. Но теперь добавили крутецких много пилпаков, которые пацаны просто не должны сегодня угадывать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я сегодня мочу пацанов. Классная озвучка, просто на высоте. Да. Ну что, 5 секунд. Ну, пацаны, я даже с первого аниматроника не могут угадать. Но если вы подсмотрите, я буду обижаться и орать на вас. А можешь еще что-нибудь поиздавать? Каких-нибудь? Сейчас. Ой, ты пыхнулся на край вселенной. Сейчас. Есть большой плюс у меня, что я им стал невидимым специально, чтобы вы не видели ничего. О, по звуку. По бегу вам ничего, да, не сказал? Ладно, последний звук издаю. Если не угадываете, я вас убиваю. Только этот разговор, других нету. А ну на Е. Не, на Е нету, на Q нету. Какие ну... твои варианты могут быть, Крошка? Мне кажется, это Reaper Golden Frame. Мне кажется, это QHXR. Да блин, да все, открывайте. Отлично, ребята. Первый раунд за мной. Вот это будет самый веселый ролик. Так что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы записываем веселые ролики каждый день. Стараемся веселить и троллить пацанов. Так, все, не подглядывайте. Беру второго аниматроника. Серега, если сейчас ты не угадаешь, я с тебя жестко угорну вообще. Так, слушаем. Опа. А еще что-нибудь? А других нету. Это какой-то кошмар. Блин, да этот, вы как бы и знаете хорошо, вы на грани, ну вот-вот, и уже может даже кто-то из вас угадал. Блин, других звуков нету. Ой. Вы так грустно стоите возле двери. Пробел чи нет. А ну пробел. Не. Правая кнопка мыши. R, F, Ctrl. Ctrl? Да. Нету. Только на F. Ну на G. Не, на G нету. Разные шпилпаки. Ну что, вы угадываете, хлопцы? Я чувствую, вы сейчас опять проиграете. Ну. Сим, твои варианты. Ну он в принципе угадал. Мне кажется, это Balloon Boy. Серега, ты? QHR. А где ты? Да ты, блин, угадал! Хорошо. Ребята, 1-1. Блин, ну сейчас надо мне прям пожестче, да, как-то вам загадать? Есть! Есть в попе шерсть. Слушайте, ребята. Ну-ка. Ну-ка, а еще какие-нибудь? А я, кажется, понял, кто это. Кто это? Это Coco, The Cocktail. Без понятия, кто это. Ну ладно, это попугай Coco. The Cocktail какой-то. Хорошо, хорошо, ну блин, ну ребята, ну это... Серега, ты опять камеру невидимую, да, поставил? Нет, какая камера? Блин, я в следующий раз буду сложных брать. Еще какие-нибудь? Ну это сейчас ты угадаешь, потому что реально как-то простовато будет, если честно. Походи так... я думаю, это Spring Bonnie. Не кажется. У него звук какой-то легкий.
Да, это... Серега, это ты угадал, но я просто злюсь, то, что ты угадываешь. Хорошо, ребят, на самом деле я гнал, я сейчас буду сложных брать аниматроников. Закрывайте двери. Серега, 2-3-1, да, получается? 2-1. 2-1. Проверял, видишь, ты честный. Хорошо. Хорошо. 3-1. О! Ой-ой-ой-ой-ой, это будет жестко. Блин, это как-то банально, вы сейчас угадаете, мне кажется. Серега знает реально этот звук. Я его где-то слышал. Ну да, да, да. Слышишь? Скраббэби? Ну как, не Хороший знаю. Давайте, как хотите. Мне кажется, это угнетает Бонни. Ну... Нет, это не Игнайт от Бонни по-любому. Это Spring Baby, кажись. Ой, Scrub Baby. Ну тогда открывай. Блин, ну классно, согласись, тяжело было угадать. Так, 2-2. Просто у Scrub Baby такие же звуки. Да, согласен, в этом и есть смысл подкола. Хорошо. А, у него звуков нету. Ой, что это с ним? Я не знал, что так можно. Ого. Так, хорошо. Давайте тогда... О! Не-не-не, это не то. Хорошо, давай... О! Так, давай. Это разминка, сейчас следующий вы точно не угадаете. Кто это? Подожди, дай секунду. Это попугай Потти. Ты угадал, ладно, я перевоплотил. Ну, ребята, ну что было весело? Ну все, закрывайте. Звуки не издает. Только шаги. Да, хорошо. Давайте усложним пацанам задачу. У нас есть еще... Во-во-во-во-во! Вот это оно. Это звуки такие. На эндоскелете. А вдруг это Фокси? Кстати, да, Серега, есть такая там анимация. Серега знает эту анимацию, когда на коленку становится, типа. Короче, я думаю, то, что это Фокси. Ты думаешь, что это эндоскелет, да? Да. Это Фокси. Манго. Молодцы, ребята, не угадали. И это было очень сложно. Так, поехали. Давайте немножко вам осложнимся. Кто это? А еще какие-нибудь звуки? Сейчас. Нема. Шипение. Ну? Кто? Максим, твои варианты. Один аниматроник только такое может сдавать. Ну? А пацаны. Вы сейчас проиграете, я это чувствую. Ну? Глич-трап. Ну давай, открывай тогда. Это из новых, эндоскелетон. Хорошо, давайте я тогда полегче вам возьму. Или не надо легче? Да давай сложно. Сложно давать? Давай. О, есть. Мне кажется, это Пупер марионетка. Кто? Пупер Пуперец марионетка. Ну да, кстати, звук это сдает. Или Болунбой. Нет. Только... А у тебя все Болунбои, хорош. Это Лефти. Хорошо, открывай. Я не сказал, это она. Я... Ты, так она называется Рипер Пупет. Рипер Пупет? Да, убийца марионетка. Ну, не страшно. Или не убийца, я не знаю, как переводится. Рипер, как переводится? Рипер. Хорошо.
С этого же пилпака беру вам. Только придется вам реально сейчас подумать, кто это. Будет очень сложно. Вы готовы? Да. Блин, а чё? Больше никаких звуков? О! Ну-ка? Мне кажется, это Golden Freddy Creeper. Не Balloon Boy. Риппер Golden Freddy, мне кажется. То есть он такой издает звук. Так, ну и кто это? Фредди. Брунт Фредди. А откуда ты такое название вообще взял? А, ну да. Все? Давай. Эндоскелетон. Это был эндоскелетон. Блин, сколько уже у нас аниматроник. Когда я вам загадываю, я даже не знаю, кого взять, потому что их очень много. Ну, как вы видите, пока я себя тащу. Давайте, пацаны, у вас есть еще шанс отыграться. Готовы? Давай. Да, Серега, не ожидал я от тебя такого, если честно. А сейчас? Блин, неужели... Так, подождите, не издает звуки, хорошо. О! Блин. Ну-ка. Кто? Дай минуту. Давай. Максим, твои варианты. Какой аниматроник может издавать такие звуки? Кошмар, мне кажется. Кошмар? Да. Какой? Это если даже их будет кошмар, и ты не знаешь название какого кошмара, ты будешь считаться проигравшим. Я думаю, это кошмарная марионетка. Точно? Это Джоко Бонни. А может, Серега, ты чекаешь этот через ее консольные команды? Что я беру? Нет. Да, да. Нет. Тут вот написано, что я взял. Нет, а я не вижу. А, да, кстати, не написано. Ну ладно, все, давай, открывай. Ах, ты взял пистолет в этот раз? Ах ты! Вот так, значит, хорошо. И маринетка стоит. Ладно, пусть стоит. Блин, Серега реально угадал за сколько раз? Хорошо, давайте опять им немножко посложнее. Ты готов, Сережечка? Давай. Хорошо, даю. Есть, есть. Они точно не угадают, кто это. Погоди, тихо-тихо, не говори, Это, кстати, да, говори, кто. Это Фантайм Фредди. А, стоп, погоди, понажимай еще чуть-чуть. Ну и все. Пробел, Погоди-ка, нет, Дима, ты меня не обдуришь. Это точно не он, это другой. А кто это? Ну звуки крутые. Сейчас, подожди. One big happy family. Это Молотен Фредди. А ну блин, убил. Так, подожди, но все равно я еще тащу. Короче, ребята, сейчас будет решающий раунд для этой серии. Если сейчас Серега угадывает, то он победил. Если Серега не угадывает, то я победил. Готовы? Да. Самое сложное, что может быть. Так. Блин, ну этот звук... Скраб Бэдди. Есть! Ты повелся опять на эту штуку. Опять. Ты же уже говорил сегодня на это Скрабэби. Я был уверен, думаю, сейчас я возьму. И он подумает, что я с этого же пилпака взял FNAF 6 и скажет Скрабэби. Ребята, в какой веке я выиграл этот офигительный режим? То, Серега, помните, сколько раз меня выигрывал? Но в этот раз моя взяла. Но благодаря тому, что очень много добавили пилпаков, аниматроников. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, молодец, красавелла.